Марка Hyundai во Франкфурт пожаловала с концептом электрического и автономного хэтчбека. Никакие характеристики компания не приводит, но обращает внимание на дизайн. Вместо решетки радиатора здесь набор светодиодных кубиков. Диодные полоски встроены и в передние двери. По замыслу они будут показывать заряд батареи. Передние и задние стойки кузова наклонены на 45 градусов. Но основной смысл названия Hyundai 45 – это юбилей концепт-кара Pony Coupe. Тот шоу-кар родился в молодом тогда ателье Ital Design, как собственный проект Asa Di Fiori. Джорджетто Джуджаро вдохновлялся, конечно же, суперкаром DeLorean. Но в преддверии автосалона в Турине к делу примкнули корейцы и попросили переименовать машину. Впрочем, к современности эта история отношения не имеет. Hyundai 45 – корейцы проектировали самостоятельно и целились в будущее. Само собой, автономный электромобиль получил теплый ламповый интерьер с поворотными креслами. Неизвестно, ждет ли концепт серийное будущее, но у концерна есть перспективная платформа EGMP, первенцем которой через 2 года станет электрический кросс-хэтч под маркой Kia или Hyundai. Облегченную версию заряженного Hyundai i30N выпустят тиражом в 600 экземпляров. Капот, передний сплиттер, диффузор в заднем бампере, накладки на порогах и задники спортивных кресел выполнены из углепластика. Вкупе с алюминиевыми ступицами и коваными колесными дисками инженеры сэкономили 50 кг по сравнению со стандартным i30 и около центнера от упакованного хэтчбека N с пакетом Performance. Силовая установка не изменилась, зато время разгона сократилось на 0,1 секунды.